Пушкина в России будут отмечать 6 июня. За день до знаменательной даты в органном зале прозвучат мелодии великих композиторов. Это хоровые сочинения Глинки, Дергомышского, Свиридова, романсы Римского-Корсакова, Рахманинова, арии и сцены из опер Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Не найдется ни одного яркого, достойного русского композитора, который бы не обратился к пушкинской поэзии. Потому что это действительно это восхитительная гармония, это невероятная красота слога, ну а если к этому прибавляется еще и красота музыки, то это действительно получается настоящие музыкальные жемчужины. В концерте «Я помню чудное мгновение» примут участие камерный хор, солисты Сочинской филармонии, учащиеся музыкальных школ и известные музыканты города.